А в этом видео мы посмотрим с вами новых скрепышей, которые свободно продаются в магазине «Магнит». Сколько стоит, все узнаете из видео. Всем здорово, вы на канале Toy House. Итак, ребяточки, вот у меня вся коллекция скрепышей, собирал я в свое время. Даже есть юбилейный, не спрашивайте меня откуда, а просто посмотрите мои видео и все, все узнаете из них. Есть у меня планшет для хранения, в общем, все как полагается. Скрепыши, полная коллекция у меня есть. Есть еще вот такие вот две коробочки. А что здесь, да? А что здесь? Я уж сам забыл, что здесь. Опа! Тут у нас, вот, целая куча скрепышей, короче. Скрепыши после экспериментов. Помните, я проводил различные эксперименты. В общем, я их как-то разыгрывал, все это дело разыгрывал. Ну, что-то вы неохотно принимали участие. У меня даже есть, прям, смотрите, новенький скрепыш, но он лежит пока. Пусть лежит. Но знаете... Мы посмотрим, что в этой коробочке новой. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите. А, давайте еще вот эту глянем. Что здесь у нас такое интересненькое? О, здесь еще гирлянда скрепышей. В общем, о, короче, товары со скрепышами. О, новые скрепыши даже. Видите, как у меня неприкосновенный запас туалетной бумаги. В общем, всякие шарики, свечи, скрепыши. Короче, у меня всякой всячины полно со скрепышами, ребята. Ну-ка, давайте я... Самому интересно стало, что здесь у меня лежит вообще. Какие товары со скрепышами. Короче, шарик со скрепышами. Пожалуйста, еще какая-то ерунда. Вот целые тут фонарики были. Еще что-то, короче, тоже полно. А, вот они, фонарики. Вот! Смотрите, какашеч тут есть у меня. Есть этот влюбленыш, да? Кстати говоря, я никогда не забуду теперь, как зовут скрепышей, потому что у меня на моем плакате, видите, имена есть. Поэтому я могу смело подглянуть. Есть у меня, смотрите, блокнотики какие-то. А, нет, это ластики. А еще были какие-то блокнотики с дизлайкашами. Короче, еще фонарик зомбыш у меня есть. Короче, я прям это, полностью затаривался... Всеми-всеми скрепышами. Смотрите, они прям работают даже. О. А это, помните, у меня был этот квест. Следуй по улице за скрепышами. Кстати, смотрите его еще, пишите комментарии мне. Трубочки со скрепышами, короче говоря. Вот они, стикеры. О, а это что такое? А это что такое? Опа. Стикеры еще прям новенькие. Обалдеть, даже не открывал. Смотрите. Прям новенькие-приновенькие. Короче говоря, всяких разных товаров у меня полно. Наклеечки, пожалуйста. Кстати, наклеечки вот какие-то на камеру, по-моему, красные или какие-то. Они прям это, другого цвета светятся. Ну, в пакете сейчас не так. Мерзнешь. Короче говоря, товаров со скрепышами было очень много. Вот еще этот, как он называется-то? Давайте, пишите комментарий, как называется эта штукенция. Восковой карандаш, по-моему. Да, восковой карандаш, по-моему, так, разных цветов. Смотрите, есть еще браслетик зомбиш. Короче, ребят, если хотите, я могу всю эту разыграть штукенцию. Кому может надо, что давайте сделаем так. Если наберет это видео, пусть 10 тысяч лайков, да, то будем разыгрывать. В принципе, нормально, наверное, нормально. Я тогда устрою розыгрыш. Розыгрыши все на втором моем канале. Поэтому участвуйте, ставь лайк. И тогда, короче, ставь лайк, пиши комментарий, чтобы я мог выбрать победителя, да? И, в принципе, все. Как это видео наберет 10 тысяч лайков, так сразу же мы устроим розыгрыш и разыграем и эту коробку, и вот эту коробочку. Короче говоря, все разыграю. Короче говоря... Никто не останется без подарка. А сегодня у нас вот такая вот штуковина, которую я нашел в магазине «Магнит». Вот такие вот скрепыши-сырки. Но это не просто скрепыши-сырки. Кстати говоря, какие-то блогеры, да, снимали и говорили: «О, первый раз вижу товар со скрепышами». А шоколадки? Вы что, не видели шоколадки? Они уже появились, как, не знаю, 2 месяца назад продаются сырки. Ой, сырки. Шоколадки-скрепыши. Теперь у нас сырки. Скрепыши, видите, сырки-скрепыши ванильные в карамельной глазури. И здесь
что круто, скрепыш идет внутри коробки. Какой скрепыш и что, будем с вами вместе мы смотреть. Вот такая вот маленькая коробочка. Кстати говоря, не так просто найти его на полке, потому что он как-то сливается там. Я, наверное, два раза обошел магазин, ну, молочный отдел именно, потом нашел. Стоял он, кстати, я не помню, да, в молочном, по-моему, отделе. Так, сырки творожные, ванильные, в карамельной глазури, в общем, тудым-сюдым. А где сделано? Ну, в Краснодаре сделано, да, ребята. А, нет, в Москве, улица Плеханова. Но для, короче, магнита специально все это сделано. На коробочке у нас идут скрепыши, в принципе, ну, стандартные, да, все. Никаких здесь необычных других я не вижу. Про магнитовские скрепыша здесь тоже ничего не написано. Интересно, а магнитовские можно найти в данной коробочке или нет? Повезет, может, кому-нибудь. Короче, годен до 13.06. Акция, кстати, по скрипушам 2 начинается, по-моему, в конце августа или начале сентября. Тоже напишите, кто ждет, а кто ее не ждет и кому она вообще не нужна. Итак, вот. Я не стал покупать 150, 80, 100, 500 коробок, да, 1200 миллионов. Я купил одну коробочку, потому что смысл здесь, в принципе, наверное, будет понятен. Короче, получаем 6 вот таких вот сырков. Мы их откроем с вами, конечно же, посмотрим, что там вообще внутри. И вот он, скрепышоныш. Вот такой вот пакетик со скрепышом. Интересно, вздутенький. В принципе, все как мы любим. И давайте мы его рассмотрим. Собери всю коллекцию, короче, написано на нем. Магнит, соответственно. 100 идей применения. На этой стороне что у нас? Ну, сделано, соответственно, в Китае. В общем, ну и все. А когда сделано? Вот интересно. Я помню, на троллях прям было написано, когда сделано. Здесь я не вижу. Декабрь 2019 год. То есть, вы представляете, акция закончилась уже. И они смекнули, что надо бы что-то еще запустить. И еще запустили такую серию. Будет, конечно, если по чесноку, представляете, выпустят то же самое. Немного измененные будут форматы. Я тогда не буду, наверное, собирать, честно. Ну, будет прям то же самое, да, например. Ну, не знаю. Пишите, короче, свое мнение в комментариях. Что-то, прикиньте, да, будут такие же скрепыши, ну, прям неинтересно будет. Так, ладно. В общем, вот, видите, декабрь 2019 год. Вот здесь написано. Кстати говоря, смотрите. Россия, Приморский край, город Владивосток. А, импортер-то. Ладно, этот пакетик у нас так выглядит. Давайте посмотрим, как пакетик у нас оригинальный выглядел. А оригинальный пакетик у нас выглядел, в принципе, то же самое. Ничего здесь нет. Здесь написано, смотрите, получи юбилейного скрепыша, приз, короче. А здесь идет просто 100 применений скрепыша. И, кстати говоря, немножечко изменен рисунок, соответственно. Появились кружки, в общем, кто это? Ручки, наушники, в общем, провода. В общем, вот так вот. Ну все, короче, юбилейного здесь не будет. Ну давайте вскроем этот пакетик и посмотрим. И кто, вы думаете, там мне попался? Ставь на паузу, пиши. Так, желтенького цвета. Влюбленыш, наверное. Опачки. И это, ребяточки, влюбленыш. И он, знаете, на самом деле какой-то, блин, другой. Сейчас я вам покажу оригинал. Оригинал попробую показать сейчас. Вот, смотрите. Оригинал. И новый. Вот что-то. Мне кажется, прям вот этот новый даже ярче. Вы посмотрите, какие яркие цвета. Настолько они яркие, прям краски не пожалели. Короче говоря, сделан прикольно. Я не знаю, пипочка есть сзади? Пипочка есть. Тут что-то как-то неаккуратно внутри сделано. Ну, в принципе, такой же скрепыш. Ничем не отличается особо. Прям реально. Такой же скрепыш, даже поярче. Этот вот. Отличий, где оригинал, а где новый скрепыш.
Короче говоря, такого скрипыша мы получаем вот за 79 рублей. Я считаю, в принципе, наверное, нормальная сумма, потому что он идет как подарок. Вы платите, в принципе, вот за эти сырки. Давайте их сейчас откроем один, попробуем и посмотрим вообще, что здесь у нас такое. Короче, на упаковочке ничего нету. А открывать, смотрите, о, открывать здесь. Открывать здесь, и у меня почему-то не открывается. Ладно, я... А, вот, все. Вот такой вот в глазури, короче, идет у нас батончик, в принципе. Неплохой, в принципе. Обычный. Ну, обычный, короче, сырок творожный. Вкусный, на самом деле вкусный. Мне нравится. Хотя я их особо не ем, но этот бы съел бы с удовольствием. Короче, вот такие скрепыши. Кто не успел собрать коллекцию, бегом бегите в Магнит. 79 рублей ищите на полках, соберете всю коллекцию и еще обхаваетесь этих сырков. Плюс ко всему, вы хотите получить что-нибудь, подарок от меня, то ставьте, конечно же, лайки, набираем 10 тысяч и устраиваю розыгрыш, разыгрываю все. Ну, кроме вот этой коллекции, конечно, не разыграю, оставлю себе. В общем, понравился видос, то, как всегда, с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.